Номер 1153, события дня. Псалом 48:2. Слушайте сие, все народы, внимайте всему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления, сердце моего знание. За 12 февраля 2019 года. Объявление. Умерла сестра, остались четверо детей, и дальше почитайте, что тут, какие ролики про нее сняты. Отпевания, проводы, поминки. А для того, что кто-то желает помочь, побудили к этому. Вот ответ. Тормозните и дальше увидите. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Обнаружил этот текст случайно, но у Бога случайного нет. Дерзну приложить сей тезис к настоящей находке. Очень-очень важную причину открывает архиепископ Киприян Керн в этой работе. Причину, что повлияло на образ современного православия. Прочтите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, и дайте свою оценку этому. И дальше он пишет. Какое восточное христианство, какое в Риме. Просто прочитайте. Тормозните, и дальше будете, чтобы я поскорее немного провести. Много. И опять тормозните. Я отвечаю. Начитывая «Жития святых», 12 томов по Димитрию Ростовскому и 2 тома настольной книги священнослужителя, 2 и 3 том, ознакомившись с уставами разных монастырей, я говорил о том же. Но рассуждения мои были более упрощенные, забыли Слово Божие, и потому мысли человеческой вымыслом был дан зеленый свет непримиримости. Псалом 118, 113 стих. Я его постараюсь выделить, потому что это стих, который я взял эпиграфом, очень важный для меня. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И вот Ольга пишет. «Это мне должно быть стыдно за молчание, в первую очередь перед Богом, а вторую перед наставником. Столько времени на меня потрачено. Благодарю Господа Бога нашего за Игнатия Тихоновича, братья во Христе, в том числе и сестер, и их святые молитвы». Юрий Соболев. «Андрей Кураев, отец Андрей Кураев, прошелся по отцу Андрея Ткачева. Удивительные риторические вопросы Ткачева, мол, с какой стати я должен копаться в ваших грехах? Ах, отец Андрей, это ваша профессия, вам за это деньги платят. А что касается мелочного копания в своих и чужих грехах, то это не ошибка этой девушки. Это результат дурного монастырского пасторства в стиле архимандрита Юрасова и его книжками про тысячи грехов». Что интересно, я про Юрасова на завтра выставлю материалы, где я о нем упоминаю. Он алтайский, приезжал несколько раз, был у нас здесь, в городе, в деревне. Я его хорошо знаю и ежедневно молюсь за него, то есть о нем. Ну, дальше Екатерина Голубя пишет, как они ходят, там проповедуют. Вот она, прочитайте ее. Евгений пишет о том, Евгений Тропко. Между собой как переговариваются, я не буду считать, но материалы эти я копирую. Что они разговаривают на нашем сообществе, чатом называется. Вот что найдете, значит, посмотрите. Я тут не обработал, не подтянул их ближе друг к другу. У меня времени нету совершенно. А сегодня такой интересный разговор был у меня. А с кем? С ангелом. С ангелом. Я потом опубликую его отдельно, может быть, даже, или в событиях дня отвечу. Вот так ко мне идут. Вот посчитайте. Ну и далее я беру, чтобы можно было просчитать.
Это за ночь, что нас смотрели. То есть они много беседуют тут. Я все это беру, потому что это люди на нашем сообществе, с чатом называют. И тут много можно найти полезного. Я взял за правило это открывать и показывать. Об языке говорят, о вере. Евгений пришел тут, и слава Богу. Его все тут любят. Он открытый такой, простой. Слава Господу. Ну и вот. Филипп пишет. Здравствуйте. Накинулись на Андрея Ткачева. Сейчас все за его эмоциональное хамство. Прошу вас, запишите ролик в его защиту. Если хотите, конечно. И хотелось бы, чтобы загрузили не через 2 недели, а пока только начинается кампания его вразумления от завистников. Если не в курсе, то вот. Ну и дальше 2 ролика скидывает. Ну и все такое. Дальше я открою, покажу. Покажу сейчас наши ресурсы. Вот. Это первое, что можно показать. Это наш... Это на что маленько я не так показал. Вот. Свет Александр тут. Андрей недоступен. Это потом все покажу. Это наш видео. Видео. Беру здесь многое отсюда. Мой мир. Очень люблю эту систему. Особенно, когда она была такая, что 2-3 раза кнопки нажал, и на 10 тысяч человек можно было посылать. Сразу 12 фотографий и до 5 тысяч знаков. Ну, а потом, видимо, всякие пакости делали и убрали это все. Хороший, хороший, хороший был. Вот так. Ну, и наш форум есть. Сейчас мы постараемся найти. Вот новое. Вот где что-то не открывается. Ну, православный форум. Вот написано. Православный форум Игнатия Лапкина во свете Библии. Во свете Библии. Тоже. Открытым оком это не так и важно. Во свете Библии. Может быть, даже убрать действительно надо эти слова там, когда мы даем объявление. Но это наш православный видеоканал. 14 160, кажется, роликов у нас здесь. И посещаемость 30 миллионов 221 тысячи. 30 421 подписчик. Ну, маленько тут работа как и идет. Ну и отдельно это у нас... Что-то здесь не вышло у меня. Не вышло. Сейчас я дам. Где это? Во свете Библии. Надо показать наш сайт. Вот он, во свете Библии. Очень богатый. Здесь 4124 ответа по темам, 55 папок. Все, что бы ни коснулся ответ. Это я давал ответы, которые преподавал в институтах, школах, милиции, воинских частях, по радио. Ну и часть сохранилась. У меня все уходило. А потом ко мне стали приходить люди и говорят, вы это все сохраните. И получилось так, я издал книгу одну, думал, во свете Библии, открытым оком назову ее это, чтобы люди понимали. Один том. Я его даже не стал называть один. И даже нигде не указано один-то. А вслед за ним вышло еще несколько. Итого у меня вышло 33 тома. А на других уже том второй, том третий это есть. 33. Довольно скромно так было, помысленно. Но вот Господь так все это устроил. По воле своей святой. Как ему угодно было. Тут еще есть у нас вот скайп. По скайпу двигатель любви. Это против меня тут поднялся. Синицкий. Я прослушал вот это. Второй он уже ролик. И ничего нету. Нету, он копает. Видимо, только на это у него способность есть. Другую я не знаю. Тут он меня и кроет, и разными словами, и ругает. А ничего не знает. Я вижу, он не с детьми занимался. Я 45 лет начальник детского лагеря. А у него 45 часов наберется, нет, чтобы 1000 детей поднять. Детей спроси, а вот где-то не так, не так. То есть опыта никакого, а он командует. Я просмотрел, а это 1,5 часа почти, как-то не больше, ничего нету. Абсолютно ничего. Эти обвинения были от кого-то в какой-то в разной степени, ну не так дотошно уж копать. Были суды, и все проиграли. Притом суды были серьезные такие.
сколько свидетелей шло, тут и коммунисты, и от КПРФ первый секретарь райкома партии, тут были профессора, главный писатель был Марк Иосифович Юдалевич в свидетелях. Все проиграли, ну он за меня был, как бы сказать. И ГТРК Алтая, все проиграли, потому что ничего за мной нету, нету. А я беру откуда? Профессора приезжают. Я всех обманул. Ксения Дэнон прилетела из Лондона. Кэстонский институт, сопровождающий со Останкинской башни. Ну, ясно дело, что тут серьезно. Она была, ходила, смотрела. И вот этот Синицкий Александр, дай бог ему покаяние. И он говорит, что я их обманул. Обманул, то есть он уже застрял на этом, на осуждение. Он не осуждает, а просто... Ну, поносит, другими словами, видно, что ничего там у него нету. И я могу только улыбаться и благодарить Бога. За мной ничего нету. Иначе зачем он собирал и трактовал события, где я с детьми. Вот, говорю, дальше приехала полиция. Полиция приехала с прокуратурой, и он видит, и все, и толкует по-своему. Я завилял хвостом, я испугался, а все понимают, ничего этого нету. Я им открыто все говорю. У него ничего нету, ответить некому. Ну и все, бритый сидит, пятидесятник, там, видимо, дух лжи вошел в него, в этой секте, он их защищает. Ну а за чего? А почему он на вас? Не было бы, я сам виноват. А виноват почему? Потому что я люблю Иоанна Златоуста. А он на него кинулся и всю биографию извратил до конца. Но тут я не мог уже молчать. Моего друга поносит. В то время, когда этот друг не может слова сказать, он уже на том свете. Но мой друг что сказал? Это 12 тысяч страниц, они в моей душе. И я ему сказал, выходите, побеседуем. Он отказался решительно. Не вылез. Тогда Сергей Козлов, иконописец, и говорит, я его вызову, он у меня выйдет. Не вышел. Отказался. Сергей удивительно так было. Сергей такая была личность, которая интересна. А у этого ничего нету. Ничего. Я только прошу, Господи, не убивай его, лжеца такого. И главный эпиграф ему скажу, какой дал бы. Исидор Пелесиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И на картинке дети бегут за мной, и все. Да дети зачем бы приезжали из года в год? Некоторые 18 лет были в лагере, уже со своими детьми приезжают. Вот здесь четверо детей, дроба сколько? 9-й год. Бесплатно, повторяю, бесплатно. А издалека, которые могут, они оплатят. Мне же молоко надо покупать. Так деньги брал. Государство везде берет. Но у меня цена в 4 раза ниже. Самые дешевые цены, вот которые самые дешевые в лагеря берут, так у них 90% оплачивает профсоюз, а у меня все 100% расходов на меня. Я перед Богом делаю это, а он меня показать, какой я фашист, какой садист, какой маразматик, меня надо в дурдом подправить и все. Ясно видно, что мужик испохабил душу свою безразмерно. Ну, благодарение Богу, если ролик он ставит полтора часа, то собирая это, он тоже полтора часа потратил, может быть. Он же не знает, какой ролик смотрит, что там накопает на меня. Ну и за это время он уже других не мог кусать. Других не мог поливать своей блевотиной. Других не мог отравлять. Он на мне задействован. Я думаю, он впервые встретился с таким делом, где ничего не может сделать. Что-то куда смотрит, надо подать, куда-то написать. Писали. Да ничего не вышло. Все проиграли. То есть он подзуживает других, чтобы как-то что-то со мной сделали. Ничего не будет, дорогой Александр. Я молюсь Богу, чтобы вас Господь не покарал, ваше безумие, чтобы покрыл любовью своею. Если кто-то будет слушать, как-то передайте ему, скажите, что вы, Игнатию Тихоновичу, возлагаете большой венок, больше головы. Он опустился до плеч, как Иоанн Златоуст говорит. Вот как этот Дуальто пишет, он, философ, говорит, я прочитал столько клевет в ваш адрес, и теперь я несомненно знаю, что вы прекрасный человек. То есть на мне дьявол задействовал много ресурсов, там священники, ролики пишут, а у меня дело продолжается, а караван идет своей дорогой. Я за всех молюсь. Что интересно, ни разу еще нигде вот так с ничего-то человек на меня не нападал. Где-то встретимся, вот пишет там даже Сергей Бирюков, священник, а я сказал, что ты хохочешь, что тебе плакать надо. Какие у тебя дела-то там? Ты же ничего не делаешь. Хихикает, хихикает, сидит он на меня. Я уже не первый ролик составляю на вас. Ну, роликами вы показываете, что мы разные. Я не такой, как вы. Это определенно. Вот и все. Богу нашему, единому, вечному, слава.
во веки веков. Господи, пролей милость на врагов. Не наказывай их, они не знают, что худо творят. Аллилуйя, аминь.